Привет всем зрителям канала Qyuk.ru. Сегодня к нам наконец доехала коробочка на Samsung Galaxy J5 2017 года. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплектации. Коробка бумажная, выглядит немножко дешево, но это Samsung решили заморочиться над экологией, чтобы коробочка отлично расслаивалась в культурных слоях нашей планеты. Вот так вот выглядит смартфон. Он упакован в такую пленку, на которой написаны его какие-то спецификации, лучшие стороны, металлический корпус, Samsung Pay. Вы это видите отлично. Давайте его распакуем. Вот так вот выглядит красивый черный цвет. Кстати, в черном я его еще не видел. Очень красиво. Хотя остаются отпечатки пальцев. Есть такая наклейка, которую придется содрать потом. Так, давайте посмотрим, что у нас идет в комплектации. Первое, что мы видим, это набор брошюр. И первое, оригинальные аксессуары Samsung. Это просто брошюрка с рекламой. Далее идет краткое руководство, гарантийный талон и все. Также в коробке лежит скрепка для извлечения сим-карты и карт памяти. Есть зарядное устройство 1,5 ампера. И здесь в комплекте идут наушники обычные самсунговские. Не сказать, что самые крутые, но я думаю, подойдут для прослушивания радио. И еще здесь есть кабель microUSB. Все, вот такая вот комплектация. Цены и полные характеристики этого устройства есть по ссылке в описании. Там же вы можете его приобрести по выгодной цене.